Вы лучшие зрители, слушатели, которые вот здесь были. Огромное вам спасибо за такой интерес, за то, что мы с вами сегодня познакомились. Будем очень рады вас видеть здесь и еще неоднократно увидеть зайчик погулять. И я есть Сургановна. Я тогда пойду по-другому еду. Чем она интересная? Тем, что я сама не знаю, во что это все выльется. И кто за кем будет выступать? В общем, полнейшая импровизация. Знаете такое слово? Импровизация. Знаете. А что такое импровизация? Точнее не скажешь. Это когда придумывают. Я только добавлю. По ходу действия. По или выкручиваются. Когда-то здесь была коммунальная квартира, и я решила, что людям надо жить по отдельным квартирам, они все счастливо разъехались по отдельным квартирам, а здесь стало вот такое многофункциональное пространство. Здесь можно играть на инструментах, записывать музыку, здесь можно читать лекции, можно смотреть кино. Мы не знаем, про что сегодня будет концерт, но мы зато знаем, кто в нем будет участвовать. Сегодня здесь много волшебных людей. А еще, и как ни странно, я начну его детскими стихами, хотя готовила серьезные трогательные взрослые. Если денек выдавался погожий, лошадь ходила в калошах хороших. Если же лужи на улице сплошь, лошадь гуляет вообще без калош. Мы начали ценить что-то не то. Меня зовут Алина, и сегодня мы с вами поговорим про звук. Чем выше, тем волна меньше. Да. Если бы людей настраивали как инструменты, с ними бы проходили, да, происходили совершенно другие вещи. Кто бы настраивал? Вот вечный вопрос. Вечный вопрос. Кто будет настраивать людей? Екатерина Александровна меня спровоцировала на то, чтобы я вам сегодня прочитала сказку Беллы Ахмадулиной. Сказка о дожде. Дождь как крыло прирос к моей спине. Его корил я. Стыдись, угодник. К тебе в слезах взывает огородник. Иди к цветам, что ты нашел во мне. Промокшая всей шкурой, как андатра, я у дверей звонила ровно в 6. Дождь, притаившись за моей спиной, дышал в затылок жалко и щекотно. Шаги. Глазок, молчание, щеколда. Я извинилась, этот дождь со мной. Позвольте, он побудет на крыльце, он слишком влажный, слишком удлиненный для комнат. Тем временем
для радости гостей парило что-то новое, родное. В гостиную впускали кружевное серебряное облако детей. Он вырывался, он летел на щеки, прозрачный слепотой вставал у глаз, отплясывал нечаянный канкан, звенел, играя с хрусталем воскресшим, дом над дождем уж замыкал свой скрежет, как мышь, соврывающий капкан. Что-то вроде... почти ничего. Гениально. Только духовный цикл знает, что такое ничто. Композитор-исполнитель Игорь Заливалов, Софья Бридж. Потрясающий семейный дуэт. А я думаю, что скоро это будет уже и трио, потому что у них подрастает дочка Аглая. Я думаю, она сегодня здесь. Прошу приветствовать. Это... Ходят. Обезьяны. Неправда! Я хочу обезьяну! Аня, покажи обезьяну! Покажите обезьянку! Вот-вот-вот! Вот так у меня дети передвигаются по центру. Практически вот так вот. Одно занятие с Аней. У меня мартышки по центру скачут. Вот так что ли? Вот так вот? Мальчишки, покажите. Покажите скорпиона. Они еще не учили. Покажите Светлане Яковлевне, пусть она выучит. Ох, ничего себе! Вот. Нет. В следующий раз мы не сегодня. Только когда вы сделаете скорпиона. Это animal flow. Это животный поток. А, поток, да. Инстинктивный поток. Нет, не животное на полу. Нет. Животное на полу. Нет. Животное на полу — это тоже хорошая вариация. Сейчас я посмотрю, как это вы делаете. Так. Ага, вот. Плавность такая. Мне кажется, она над Аней подшучивает. Просто это было вообще, да. Геннадий Шпаликов. Людей теряют только раз. Людей теряют только раз. И след теряя не находит. А человек гостит у вас, прощается и в ночь уходит. А если он уходит днем, он все равно от вас уходит. Давай сейчас его вернем, пока он площадь переходит. Немедленно его вернем, поговорим и стол накроем. Весь дом вверх дном перевернем и праздник для него устроим. Прекрасные стихи, красивые. Оркестр чужой смотрел, как выплакивает скрипка. Без слов, без такта. Только где-то глупая тарелка вылязгивала. Что это? Как это? А когда геликон меднорожий, потный, крикнул: «Дура! Плакса! Вытри!» Я встал, шатаясь, полез через ноты, сгибающийся под ужасом пюпитры, защитно крикнул: «Боже!» Бросился на деревянную шею. Знаете что, скрипка? Мы ужасно похожи. Я вот тоже ору, а доказать ничего не умею. Музыканты смеются. Влип как. Пришел деревянный невесте. Голова. А мне наплевать. Я хороший. Знаете что, скрипка? Давайте жить вместе. А? Умничка. Мы хотим, чтобы мы собирались вместе. Чтобы это было вживую. Чтобы дети играли и подходили к инструменту, и чтобы 432 Гц, вы, кстати, знаете, что в эпицентре семьи и культуры музыкальные инструменты тоже стоят теперь на частоте 432 Гц. Спасибо вам и Казарновской.
Нас коллектив «Сурганова оркестра» подсадил на эту частоту, убедила, что пора уже слезать с частоты Геббельса на частоту Вердиевского. Вот, спасибо ей за этот ликбез. И знаете, мне стало легче петь многие вещи. Вот эта фальцетная переходная зона в вокале ушла чуть-чуть, потому что 432-440, то есть мы понижаем тон где-то чуть меньше на четверть тона. И вот какая-то все равно есть магия. Вот стало как-то дышаться проще, легче петься. Но это лично мне, это мой опыт. Не знаю, как другие, но мне... Любовь Юрьевна перестали болеть суставы. Целая коллекция перкуссионных инструментов.